Адама, король и его дочь. В общем, невеста. Блин, ну, скорее освободите их. Для этого сразитесь с армией врага у стен замка. Может, не надо? Ой. Все. Дракошу повергли. Хасту. Ничтожество, усилите мою истинную мощь. Повелитель бездны использовал запретную магию. Войско исчезло. Король и его дочь тоже. Ну, вот видите. Это грязное чудовище хочет коснить короля, а меня взять в жены. Фу. Вы вообще собираетесь меня спасать? Мы вообще собираемся взять в жены принцессу, в конце концов. Ваши люди умрут в темнице, а принцесса Оливия станет моей женой. Его женой станет. Да. Ну ладно. Сэр, вы должны спасти свою невесту и короля. Я помогу вам собрать армию. Вещи собрать поможет. Первым делом нужно починить казармы. Сэр, вы должны спасти свою невесту от короля. Я помогу вам собрать армию. Первым делом нужно починить казармы. Не понял.